Это уменьшенная точная копия знаменитой мечети мавзолея Тадж-Махал, сделана из серебра, золота и бриллиантов. Над ее созданием трудились 35 мастеров из индийского штата Мадхья-Прадеш. Белого металла ушло 400 килограммов, желтого – 10. Стоимость того, что получилось, оценивают почти в 19 миллионов долларов США. Бизнесмен, который инициировал проект, является настоящим поклонником индийского мавзолея 17 века. Мы создали точную копию старинного Тадж-Махала. Она сделана вручную и должна стать мировым рекордом. Мы попробуем попасть в книгу рекордов Гиннесса. Наша модель состоит из 30 тысяч деталей. Каждый минарет, резьба, надпись – все как в настоящем Тадж-Махале. Все двери в копии тоже в точности подражают оригиналу. Для украшения мини-мечети использованы 8 бриллиантов. Там 32 двери, 25 ваз, а снаружи перила сделаны из золота. Некоторые двери мы инкрустировали двумя бриллиантами по 2 карата. Всего получилось 8 бриллиантов. Кстати, никто из мастеров не имеет специализированного образования, однако им это не помешало, потому что они вложили душу. Мы работаем над этим проектом Тадж-Махала. У нас команда из 35 человек. И хотя мастера не имеют специального образования, они создают точную копию настоящего Тадж-Махала. Никаких компромиссов. Настоящий Тадж-Махал находится в городе Агра. Его построил падишах империи великих моголов в память о своей жене, которая умерла во время родов их 14-го ребенка. Позже в мавзолее похоронили и самого падишаха. Достопримечательность привлекает ежедневно около 20 тысяч туристов. 30 лет назад она стала объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.